Всем снова привет, это BCA Shorts, короткие новости. Сегодня, с 20 апреля, ФОП и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, смогут получить от государства выплату 8000 гривен через ДИА. На портале ДИА уже опубликовали инструкцию о том, как оформить заявку на эту выплату и когда зачислят деньги на карту. 8000 гривен можно получить, если вы ФОП и ваш основной КВЭД на последний день предыдущего месяца принадлежит к тем видам деятельности, которые имеют право на помощь. Вы оплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев на протяжении 2020 года, вы вели деятельность по состоянию на последний день предыдущего месяца, вы не являетесь одновременно наемным сотрудником. Если же вы наемный сотрудник, то у вашей компании или ФОПа, где вы оформлены, должен быть основной КВЭД на последний день предыдущего месяца, который принадлежит к тем видам деятельности, которые имеют право на такую помощь. Организация начисляла по вам ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала, и ваша средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 тысяч гривен. Ну и понятно, вы не работаете по совместительству. А вы, коллеги, уже получили свои 8 тысяч гривен? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это было.